Протоколов. Еще вратари в игру не вступали. И вот простой гол. Владимир Ткачев в своем 600-м матче в континентальной хоккейной лиге забивает. 1-0. Вот это атака трактора. Ткачев. Соперника бросает и забивает. Гол. 1-0. Выходит вперед. Классная атака получилась. И как? Владимир Ткачев полетел к чужим воротам. И в итоге шайба залетает. Каждый дроп в той, обыщи других, когда не видел столько гой. А не смотрят, мне все равно, они все так много говорят. Мне все равно, то, что там выпустил, мне все равно. Просто let it go, сучка, просто let it go. Пару стриптиз от монах, я уже час. Смотри, как я раздавлю эти букаши. Вагон дуба, я чигений, никаких промашек. Мы не кормим со мной, тебе не хватит всех бумажек на этой планете. Петр Хохряков сокращает отставание в счете. Ткачев. И это гол! Это гол! Второй раз трактор.